Я что, невидимка? А ну-ка. Похоже, эти ресницы закрывают обзор. Пардон? Пардон? Давай. Вперед. Он твоя собственность? Да, он моя собственность. Вот сертификат. Исчезни. Ах так? Да я тебя уничтожу. Ты серьезно? А это меня задело. Хаят. Кого-то пора поставить на место. Хаят. Лучше не провоцируй меня и свали. Слышала о Герисонском ударе? Пошла! Хаят, Хаят, отойдем. Что ты делаешь? Успокойся. Успокойся? Да она обнаглела. Значит так, у нас поступают с наглецами. Да, мы можем ее выставить. Подожди здесь. Стой, не надо. Он здесь ни при чем. Ты пришла сюда с ним. Мы встретились на входе. Я увидел свою жену в объятиях другого. Так нельзя, Хаят. Ты понимаешь? И неважно, встретились вы на входе или нет, так нельзя. Все было не так, Мурат. Все было не... Прошу прощения. Что ты творишь? Этому человеку не место в нашей компании. Обед окончен. Пошли. Вечеринка. Музыка. Можете выключить музыку? Если расстроилась, можешь взять конфету. Ты только посмотри на этого хама. Понимаешь, что ты наделал? Опозорил нас. Я тебе объясню. Мне плевать, что говорят вокруг. Но знаешь, каково это быть человеком, который кричит и демонстрирует злость? Вот это неприятнее всего. Тогда не будем. А это возможно? Ошибок не избежать. Тебе ли этого не знать, Хаят? Это не специально. Я понимаю, ты злишься из-за своей матери. Но нельзя же все рушить. Хватит злиться. Я устала. Неужели? А я устал быть злым человеком, которому якобы нравится мучить любимую. Значит, ты устал быть злым. Это мои слова. Я сказала первое. Я сказала первое. Ну же! Даже двери не слушаются, как и их владелец. Да-да. Даже двери не выдерживают после такого вечера, как и я. Ха-ха-ха. Знаешь, в чем проблема? Ямочки. Вот проблема. Улыбнусь. И они появляются. Не улыбайся. Другим мужчинам. Да. А еще скажи, когда мне дышать. Приказывай, как сегодня утром. Подожди, как там? Тебе не место в этом проекте. Ты не приедешь на обед. Больше не улыбайся. Еще? Я слушаю. Хаят, и что из этого ты сделала? Ничего. И никогда не сделаю. Ладно. Тогда будем уставать дальше. Алкоголь совсем не помогает. Мне холодно. Кажется,
Я медленно замерзаю. Подожди. Алкоголь в твоем организме растворился в крови, но его количество осталось прежним. Двигайся, и ты согреешься. Дорогая, ты выпила слишком много. Дедушка переживал за тебя. Ну же, приезжай домой. Давай же. Я тебя жду. Дедушка! Нет, не могу. Это нужно решить сегодня, деда. Так, с меня хватит. У меня что, нет права на счастье? Ты сам так сказал. Разве не ты надоумил меня уехать? Я сказал, но... Ты сказал, что сегодня. Это твои слова. Ты сказал, что мне нужно признаться сегодня, иначе я буду жалеть об этом до конца жизни. Что мне оставалось? Хочешь, чтобы я в старости жалела? А? Ладно, ладно, не старей и не жалей. Ладно, поезжай к нему и поговори. Я с тобой. Спасибо тебе, Хашмет. Я сейчас же к нему поеду и скажу, что... Я поеду к Даруку и скажу ему, посмотри на меня. Что значит друг? Что это такое? Я скажу, ты с ума сошел. Какая дружба, Дарук? Какая? Хорошо, хорошо, дорогая. Удачи тебе, давай. Спасибо, дедушка. Всего тебе самого-самого. Целую тебя, мой дорогой. И я тебя целую. Дальше я как-нибудь сама. О, Аллах, Хашмет. Ее ты выслушал, а свои проблемы рассказать не можешь. Дорог Сарсилмаз! Фу, мой красавчик, где же ты? Где ты? Я здесь. Love's an unlamar.